Так, друзья, самурай. Второй заезд проскочил. Это сейчас интересно очень будет. Что может самурай, вы сейчас все поймете, что решает вес. Вот это красавчик. Не, ну это заявка. Это заявка. Как? А шины? Шины аналогичные. Диаметр меньше, клиренс. Все, только вес. Финишная прямая вот тут сейчас будет. Момент истины. В прошлый раз была потеря здесь в кустах у него. Да, сейчас опять, видите, там какое-то дерево, бревно. С его размером автомобиля сложно его преодолеть. Вот он пытается перепрыгнуть. Проскочил, не-а. Штурман вышел. Да, проскочил, красавчик. Под этой лентой нужно идти, да. Опыт есть, сейчас так и ребята и сделают. Вы видите, что такое самурай? Это легендарный автомобиль. Андрюха красавчик просто, просто. Просто лучший. Просто лучший. По два заезда. Да, вот вам и самурай. Так, ну и дефазик. Ну так, слон и моська. Сейчас мы поймем, кто здесь будет победителем. Представляете, да? 42-й трактор и 31-й сильвер. 2,5 турбодизель, 1,3 бензин. Вес раза, наверное, в 2,5 отличается. Минимум, а может и больше. Но тут очень быстро. Макс выехал. И тут хорошо идет. Зашел с одного захода. Притык, но вошел. Но есть шансы выиграть. Тут небольшая ошибка, но не критичная. Не застрял, слава богу. Но вот после него уже совсем будет сложно. После этого выхода. Там видно... Да, вон в два приема. Там, видите, на горе разворот. Вот сейчас нам видно. Вон аж где ленты. Расчищает трассу. Вот это была ошибка по этой стороне. Идти, видите, там более глубокое болото. Все. Самурай победитель. Штурман довольно быстро все сделал. Лебедка механика. Да, обидно. Штурман красавчик. Так, Нива Гелик, Виталик Бизон. Ну, не знаю сейчас. Машина серьезная. Если правильно поедут, могут показать результат. Как говорили организаторы, время двух заездов складывается. Ну, посмотрим сейчас. В этом классе не до конца понятно, может, по-лучшему будет. Ну, объективно, по-лучшему, наверное, потому что сложность разная. И пошел.
Ну, красиво, красиво, даже очень. Так, ждем. Колеса выровнять. Да, ух ты, что там уже копнули. Ну, вес решает, видите, ничего тут невозможно сделать. Вес решает. Я уже еду. Юра бежит. Валера на гранде сидит. Нет, так зацепит застой. Ща. Просто так я ни хера задогнал. Не получится. Задогнать. Не будет. Не будет дела. Аккуратно, крот. Лебедка механическая, не включил. Вот теперь включил. Подтянул нас к себе и зацепился. Без колес идет просто на лебеде. Да, уже, я думаю, самурай. Ну, самурай свои два заезда сделал. Надо правее руль крутануть, да. Хотя тут лента. Да. Очень быстро сматывает. Сможет стартануть. Полностью замылен протектор, видите, хоть и злой рисунок. Вязкое болото. Все блокировки, геликовские мосты. Так, мы тут продолжаем перемещаться, но уже все. Вы видите, да? Ну, борьба есть еще, не сидит. Может зацепиться. Возможно, удастся раскатать. Да. Замылен протектор очень сильно. Наверное, все, да. Повис. Мы переехали помочь. Шикарный кадр. Я одновременно делаю фото. Много альбомов с оффроуда. Заходите, смотрите, делитесь. Ну а Грант сидит. Грант сидит. В общем, все сидят, кроме Лайта. Лайт. Так, ну, залебедились, подъехали немножко, помогли. Как-то
Лебедка тяжело работает, не знаю. Очень большое понижение. Сейчас себя Виталик вытащит просто на сухое и стартанет. Потому что он, видите, хочет это сделать, не копая. Но это правильно. Так, мы продолжаем кататься тут. Сейчас ребята попробуют достойно финишировать. Чем зацепиться, все замыленное и скользкое. Вот так вот. Напомню, шины 38 или 38,5, то есть, соответственно, даже такой размер не решает. Эвакуация, сход. Ну, реально сложно, да. Так, Гранд Чероки. Я думал, прото стал на хард. Нет, просто вытаскивают Валеру назад механикой на дефазике. Да, вес решает, видите. Раз и поехали. О, задача нас, да, такая картина. Почти достали. Что-то у дефаза капот открыть тоже. Так, не, ну ГАЗ-69 там серьезный экипаж. Они будут бороться. Едут на старт. Так, 69-й пошел. Красавчик, блин, чуть не проехал. Ну, траектория была правильная, коридор широкий. Еще надо было ближе к ленте и потом уходить влево. Но уже как получилось. Будем якорить. Давай, Макс, давай! Так, тут штурман суровый. Держат руками. Удержали руками. Выехал Гранд. Так, газончик лебедится там. Своими силами пытаются ребята, вот влево взяли, и вот трос влево. Не вижу, руль вывернули влево или нет. Вот сейчас. Да, идет, молодец. Не копает. Так, ну, монстр так встрял, что
немножко. Такие колеса красивые. Ребята идут. Дальше будет очень сложно, но приехать не побороться. Такой тут пластилин просто. Ну, не знаю, на чем тут проехать можно. Только ходом на чем-то большом. И хорошим ходом. Интересно было бы на УАЗе попробовать на своем. Дефас интересно на коксе. Там тоже немножко не всегда хватает. Вот отсюда видно верхнюю часть трассы, разворотик. Вы до Лёши дозвонились, он воды принесет, что нечего? Так, ну вот решающий момент, ну. Не, все, содрали верхний слой травяной и все. Граната прикладывает, да? Намазай, назад, Саня, намазай. Что-то закусило. Да, тут только на лебедке. Теперь бы самурая посмотреть, но мне кажется, что уже и вес тут не поможет. Хотя, если под лентой, аккуратненько. А тут следующий участник прилип. Опять ГАЗ-69, очень популярная в Черниговской губернии машина. Да, тут газик красивый, с бэдлоками, с модным тентом. Но ничего не помогает в таком болоте. Бизоновскую колею ломает. Так, судя по направлению штурман, ребята не сдаются, и сейчас еще будут пытаться лебедиться в сторону. Вот такая картина. 2,69 в кадре.
быстро зацепились. Так, ну и что будет дальше? Так, спасаем следующий 69-й. Вова все жестче и жестче пилотирует этот болид. Вова, нежней, Вова, блин. Ну а лайт получился несложный. Ну, он таким и должен быть тут на скорость. Так, а тут борьба продолжается. Вон ребята аж где залебедились. Мы вытаскиваем еще один 69. Сломал новый колышек. Да, масса решает. Видите, как раз и поехали. Идет на лебедке. Не сдаются ребята, красавцы. Да, доехал почти. Да, выехал, красавчик. Ждем на финишной прямой. Красава под самой лентой почти. Да, Леха чуть не проехал. Что-то с лебедкой у Валеры смотрят ребята. Да, чуть не проехал. А тут 69-й поменял траекторию, все равно результат тот же самый. Там, смотрите, нормальный движ. Давай, давай, можно, можно еще. Вытащили, красавцы. Ну тут тоже мероприятие, что было на левой траектории в лайте. Нива против Паджеро 2.
Самый сложный грунт вот такой, когда он как пластилин, воды нет. Протектор не моется, ну и заболочены. Очень тяжело по такому проехать, даже для болотохода. Ну, такому как шерп. С таким грунтозацепом можно, а остальным сложновато будет. Природы не попрешь. Да, конечно. Я туда даже не... Куда-то переезжают ребята.